Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно заменить самостоятельно Audi 20 NTG 2.5 на V164 или GL. Магнитолы Audi 20 стандартный NTG 2.5 на NTG 2.5 Command. Сзади разъемы стандартные AUX, Питалово и все колонки. Так как усилителей у нас тут нет, здесь простая система. Также у нас оптики здесь нет. В стандарте, значит, у нас антенна уже идет, так как у нас рестайл уже с двумя, до рестайля одно. Ну и у нас разъем, что это у нас забыл-то коричневый. Это радио? Нет, радиоантенна у нас вот тут. Это Bluetooth модуль вроде. Да, Bluetooth модуль, больше тут ничего нету. Сейчас ставим. Включаем. Видим, у нас антикража. Тут далеко убрал, да? При управлении активирована защита от кражи. Да, сейчас будем вводить пин-код делать. Это у нас родная магнитола Audi 20. Стандартная стоит. Сзади у нас, видим, разъема ничего нету практически. На NTG 2.5 мы будем интегрировать камеру заднего хода. И со временем. Ты снимаешь или уже закончил? Нет, снимаю. Не поворачивай тогда. Ну вот, запусти, запускаем программу Видиама. Сейчас запись тоже сделаю. Включаемся к магнитоле. Это далее запускаем программу Видиама. Выбираем нашу магнитолу. CBF файл будет называться HU25. Открываем папку CBF, выбираем HU25, подключаемся, не забываем протокол наш 500, выбрать скорость обмена данными, заходим в кодировки, сначала мы пропишем пин-код нашего магнитола. Download, write pin. Пин нужно прописывать в нескольких местах. После того, как прописали пин, нужно еще откодировать магнитолу. Значит, если вы меняете Audi 20 в рестайле, то, в принципе, разъемы вам все подойдут, ничего особо вам не надо менять. За исключением, если у вас не было навигации, а там ее нет в Audi 20, то нужно будет GPS-антенну. Здесь мы видим ошибку по GPS-антенну и по кодированию, что у нас не запрограммированы ни микрофоны, ни радио. Это все нужно откодировать. Также перенести информацию по мостам. Так как в данном случае магнитола была с Harman Kardon, сняли ее с американца, то нужно ее откодировать под простую систему. Удаляем ошибки и приступаем к кодированию. Проверяем обязательно мост, ТГВ параметры. Не забудьте перед этим сохранить параметры со старой магнитолки. У нас есть видео, где мы показываем, как сохранить кодировки. Не забываем это сделать обязательно. Также отключаем все лишнее, то есть ТВ-тюнеры, все, чего нету на этой, в
комплектации этой машины. После того, как мы отключили, мы открываем наши сохраненные кодировочки и переносим кодировки со старой магнитолы . Вот у нас предварительно сохраненные были со старой Audi 20 магнитолы кодировки. Просматриваем их. Берем коды нужные и кодируем новой магнитолой. Иначе у вас просто будет без звука, будет куча ошибок, ничего работать нормально не будет. Также повторяю, что с магнитолой MTG2.5 можно поставить на дорис, также на рез, не имеет значения. Главное ее правильно откодировать. Разница заключается в том, что в ресте уже антенна у нас двойная идет, их две. На дористе одна. GPS-модули разные абсолютно. Так же, как и задние камеры. Разные в дористе и в ресте. Ну и усилители, соответственно, не подходят от дориста в рест. Это уже другая система по оптиковолокну. Кольце. В данный момент мы сейчас кодируем магнитолу MTG2.5, которую мы установили. Вносим изменения, чтобы она правильно работала. То есть, в принципе, больших проблем нету. При желании вы можете обратиться к нам, мы поможем в этом деле. Правильно, как правильно откодировать магнитолу. На Авито сейчас, в принципе, MTG2.5 можно без проблем найти, будь то американская. Единственное, там есть отличие, что у американцев они обычно с CD-ченджером встроенным, у европейцев они обычно без CD-ченджера. Или же просто она до рестайл или рестайл. Там ченджер был отдельно, в бардачке вставлялся. Телефон также откодируем. Вот видим мост, в данном случае сейчас кодируется. Отключаем все лишнее, так как у нас нету там ТВ-тюнера, усилителей. Все это нужно откодировать и правильно настроить. Также я, например, на своей машине поменял динамики от Harman Kardon, зашумел двери. И музыка, в принципе, достойно очень играет, чему я очень доволен. Сейчас я еще обработаю спецжидкостью динамики. Бас будет еще мягче. В принципе, мне вполне хватает. Будет время, потом построим по каналку на Arduino. Вполне можно хорошую систему построить. Усилители можно при этом использовать. Недорогие. Бюджетную систему по каналку можно построить. Еще раз, не забываем сохранять кодировки со старой магнитолы. Они вам помогут разобраться. Все, естественно, руками кодируется. Не забываем скинуть магнитолу, ресет ей сделать после того, как закончили. И проверить на ошейнке. Видим, что у нас одна ошибка, так как у нас GPS-антенны в машине вообще нет. Там она не предусмотрена была. Нужно будет докупить антенну GPS и подключить навигацию. Навигацию также можно поставить карты России. И использовать последние карты 2014 года. У меня также на машине такие же стоят. В принципе, меня устраивает, как работает. Все видно неплохо. На этом мы заканчиваем кодировки. И будем сейчас проверять магнитолу. Спасибо всем за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Да ты вот тут снимай, что тут снимать-то? Ну что, все? Тут уже все, да, тут теперь уже... Радио? Да, радио включай, ну у тебя больше ничего нет. +1, -1, завтра днем от 7 до 9.
отгадать. Начать предлагаю с Эльмана, именно его работу должны прозвучать. Вот прямо сейчас. Эльман, ты готов?